Мы проходили по центральной улице Приморска, одного из курортов Болгарии, и заинтересовались вот такой сценой. Кинжал возьми. Приморска отдыхает ежегодно огромное количество польских туристов. Здесь даже меню ресторанов на польском языке. Рыбки, майонез и мясо. Так, мясо трошечку, так, как нормально, меня так трошечку. Это польская дама просила болгарина с ней как говорить не исключительно не по-польски. Диалог славянских народов. А за два селева за селфи. Жорога, а вы снимать моя зима два селева. Это мы за что тебя на YouTube ставим, еще возьмем 20 лет. Чтобы не платить за выход на YouTube, Добромир решил провести мастер-класс для меня по изготовлению дюнера. Ну, это приблизительно то, что класс. У нас шаурма называется. Дай попробую. Дай попробую, попробую. Ай, давай. Это. Ай. Ой. Да не получается. Получается успешная. Успешная. Как? Так, кратко. Нет, подожди. Так, это. Не. Так, посмерка. Это еще. Да? Ну, а успешно пройдя ускоренный курс молодого бойца, я решила поближе пообщаться с польской семейной парой. Оказалось, что впервые они попали в Болгарию еще 30 лет назад. Проехали все болгарское побережье. Тему, бо мы сейчас приехали так симпатии до Болгарии. Не один ты разумеет, Аталия. Все разумеет. Абсолютно. Так, что мы приехали. И с тех пор достаточно часто посещают любимую Болгарию. Но теперь, став старше, они прилетают сюда уже на самолете и проводят время на каком-то одном курорте. От гуры, от кальянки, что там от гуры. Так, да, вернемся. На юг. Так, гус, море. Приехали вместе аж до Турции. И сколько времени? Дуже. 30 лет. 30 года. А ты есть гуляк? Сколько вы ехали? Месяц? Ага. Nie, to myśmy przyjeżdżali na 2 tygodnie. Z Polski na 2 tygodnie i pojechaliśmy. Od Kariaty, Bałtyk, Albena, Ukrainy, do Turcji. Tak. I сейчас лучше стало здесь, в Болгарии, чем тогда было? Чего по-добре? По-добре? Можно. Трогу все изменило. Да, изменилось. Добре или... Говорят они о том, что в Болгарии, конечно, произошли изменения к лучшему за это время, хотя в Польше таких изменений произошло больше. В прошлом году были мы в Солнечном Жеке, и спи тоже в пекном отеле, в Каролине, но то все... Бетон, все такое есть, нет ни в Солнечном Жеке, зелени, квятов, ничего. Ничего то такое. Вспоминали мы и о Сочи, которые эти люди посетили еще в советское время. Да, конечно, их интересовало, как там сейчас. Не-не, давно. Потому что сервис примерно так, как в Болгарии, может быть, ниже, а стоит очень дорого, много. Очень дорого, сервис плохой. Мы же были в отеле в Сухуми Абхазия. Над самым модным старым отелем. Давно. Вот такая очередная интересная встреча состоялась у нас в Болгарии. Оставайтесь с нами
И впереди вас ждет еще очень много чего интересного.